Попытки переписать и фальсифицировать историю Второй мировой войны направлены на подрыв авторитета и силы современной России. Об этом заявил Владимир Путин. Президент сегодня провел заседание Оргкомитета празднования 70-летия Победы. Видим не только попытки, к сожалению, переиначить, исказить события той войны, но и циничную, ничем не прикрытую ложь. Наглое очернительство целого поколения людей, отдавших практически все этой победе, отстоявших мир на земле. Но я думаю, что вы сами об этом знаете, лишний раз повторять не нужно, но иногда действительно язык не поворачивается, чтобы пересказать все эти бесстыдные выводы, наблюдения так называемые, не имеющие ничего общего с правдой. Их цель понятна. Подточить силу и моральный авторитет современной России, лишить ее статуса страны-победительницы со всеми вытекающими из этого международно-правовыми последствиями. Разделить и рассорить народы, использовать исторические спекуляции в геополитических играх. Порой звучит просто откровенный бред. Просто удивительно, как люди доходят до этого. И на самом деле это не так безвредно, потому что происходит попытка заложить в голову миллионов людей, прежде всего молодежи, совершенно опасные тенденции и извращенное представление об истории.